Доброго времени суток, дорогие детишки. В предыдущих сериях мы победили всех жаб. Даже несмотря на то, что они называются не жабы. По мне, жабы и жабы. Нормуль прокатит. С пивком подтянет. Так, ну и, собственно, надо взять крутилку и покрутить ее. Что неудивительно для крутилки. Может быть, все-таки мне удастся, хотя пистолет мне, конечно, не нужен. Но и у Шинрика-то он не нужен и подавно. Хотя, к вопросу о пистолетах, патронов у меня хоть жопой жуй, блин. 50-63 штуки. Да, 63 штуки, ё-моё, куда я? Куда их тратить-то, во что? Неудивительно, что у меня их столько собралось, блин, потому что я ни одного врага пистолетом убивать решительно не хочу. Где? Какого хера? Да-да, крутилка, конечно, я возьму ее. Это... Слышь? Не отдашь пистолет, да? Ну, ладно. Не больно-то и хотелось. Тогда пойдем крутить, вертеть. Надеюсь, больше никто не выскочит после того, как я взял крутилку. Значит, сколько можно? Патронов-то у меня... Сгулькину писю. Ну, для нормального оружия, конечно. Если вдруг мне попадутся патроны от Магнума, тогда так уж и быть. Я положу дробовик обратно в ящик. И возьму Магнум. И попробую его. Использовать, разумеется. А не попробую на вкус. Вдруг он всех с одного выстрела убивает. Что, конечно, маловероятно, но дело такое. Куда я, блин, иду? Туда, куда надо. Прекрасный выбор, я считаю. Ну, ладно, во всем этом меня больше радует, что у меня еще целых 3 ленты осталось. Это очень приятно. Мне надоело каждый раз до сейва играть. Так, крутилка. Юзи. Вот это поворот. А кто это все спроектировал в таком виде? Этот девайс. Вот бы узнать. Так, что мне здесь вообще сделать надо? Я так понимаю, где-то здесь должна валяться эта рамочка такая. Да. Это какой-то пазл, да? Какая-то рамка должна валяться по-любому. А, я знаю, что это. Я знаю. Ну-ка, вернемся обратно. Во-первых, сложим всякую шнягу бесполезную. Ну, то есть, ладно. Ну, я не знаю, я не уверен, нужно ли будет крутилку еще для чего-нибудь использовать. Так. Дайте-ка мне... сломанное ружье. Ну, потому что, как бы, просто ружье туда вешать как-то не камильфо, я считаю. Хотя оно мне, не пригодится вообще, в принципе. У меня же есть полуавтоматическое ружье. Но все равно. Да, блин, иди нахер. Я знаю, что я не попал. Или что ты хочешь, чтобы я туда положил? Да ладно. Это же явно девайс, чтобы положить туда ружье. Ну, предположим, ладно, хер бы с ним. А, так это булыжник. Прелестно. Бля! Кто так делает? Выдыхай, бобер, да все нормально, это. Теперь можно повесить дробовик сюда? Нет? Странно. А, он что-то даже сломал?
А почему все красное? Тут где-то что-то есть? За бульником открылась дорога. Ну, предмет. Да, и это патроны для шотгана. Прелестно. Это очень хорошо. Я как-то, правда, не вполне понял, какого хера. Ну, это же явно бирюлька для... А это что? Окей. Ну, я не знаю. Ладно, потом посмотрим. Может быть, я попробую туда обычный шотган воткнуть. Который... Ну, не полуавтоматический. Старое ружье, которое я взял из той комнаты. What the fuck? Нахер иди! Бля! Чем его убивать-то, я не знаю, бля! Да в жопу иди, блин. Блин, ты еще камеры будешь мне меняться тут все время, да? Да блять, ты сука, нихера ты быстрый! Ну давай ты быстрее, вставай, чё ты тупишь там? На нахер! На нахер! Блять, их много еще. Да блин, ну камера, прекращай! Блять, ну это писец какой-то. Я сейчас сдохну. На, блин! На, блин! Да блять, да сколько у вас там? Умри, сука! А, фак. Я отравлен? Я не знаю, но я пойду отсюда. Мне нужно срочно посожрать что-нибудь. Отлично. Классно вы мне дали патроны для шотгана. Большое С, суки, блядь. Задолбались с этими пауками. Боль, между прочим, уныние и вообще. А, ну прекрасно, патронов у меня и не осталось больше. Окей. Магнум, приходи ко мне. Так. Где там у меня было смиксовано? Сожри, прекрасно. Ладно, оставим пока что крутилку здесь. И это здесь оставим, пока непонятно, для чего она нужна. Окей, окей. Так, ну и давай экипируем обычный пистолет против обычного паука. Чё он вообще выпендривается? Блин, хоть сохраняйся после этого. Зато я гранаты не потратил, хотя мог. И очень хотел. Но я решил, что ладно, посмотрим. Так, стоп, сначала вот эта херня. Да не квип, какой в жопу квип? А, его нельзя туда даже повесить. Окей. Жаль, жаль. Ну ладно, хер вы с ним тогда. Куда там? Блин, куда там идти-то? Пустите меня, выпустите, я хочу... Да, да, блядь, я уже... Где я сейчас? Вот, теперь я понял, я... Вот дико раздражает, когда во время битвы с типа боссом камера начинает вертеть, крутить углы, блин. А что, второй паук просто ушел? Окей. Большая паутина блокирует дверь. Ну, спасибо. Специально для крабов, которые, типа... Которые оставили, как я, нож в сундуке. Прелестно. Шикарный выбор. Просто шикарный.
Спасибо, хоть не пришлось далеко обратно бежать. Это очень радует. О, да тут трава. А это что? Карта. Прекрасно. Конечно, взять. Окей, остался коридор и одна комната. Ладно, траву мы пока оставим. А тут еще одна такая бирюлька. Это что за хрень? Для чего это? Ну, видимо, мы сейчас скоро узнаем. Так, только давайте без вот этих вот. Без всяких выскакиваний там из-за угла. И всяких таких вещей. Неприятных. Ну, кто так делает? Фак, еще и булыжник. Который, небось, покатится. Блин, теперь мне бежать обратно за этой долбанной херней. Хорошо. Вырежем это. Так, крутить, вертеть. Вертеть, крутить. Булыжник, только не катись сюда. Так, надо пути к отступлению сразу продумать. Сюда, окей. А здесь я не могу просто спрятаться? И какого хрена? Стоп, а где дверь-то? What the fuck? Туда. Еще крутануть? Прямо здесь должна быть дверь, как бы. Ну да, да, прямо тут вот. Слышь, булыжник, как тебя заставить ехать отсюда? Нахер. А-а-а! Вот так вот, да? Это так это дума! Так и думал. Я так и знал. Кто так делает? Звери вы, вот так и знаете. Так, а что у нас здесь? За булыжником опять было что-то спрятано? Да, и это аптечка. В которой не факт, что аптечка. Ну ладно, давайте посмотрим сразу, что там. Что значит ничего необычного? Открывайся. О, вот там все-таки аптечка. Супер, это очень хорошо. Да-да-да, иди ты нахер, все. Я в курсе, что это такое. И что же это за комната? Тут какой-то будет ништяк. Без упырей, надеюсь. Я вижу крутилку. What the fuck? Статуя богини улыбается тебе. Окей. Okay. Что, блядь? Что это такое? Окей. Okay. Предположим. Что будет, если покрутить крутилку? Окей, это для того, чтобы статую каким-то раком задвинуть. Чтобы развернуть ее, да, я так понимаю? То есть мне надо и туда ее впердолить. И как вы себе это представляете?
А, я понял. А, я понял. Окей. Какие сложности приходится придумывать, чтобы, блин... Которые решались кнопкой тянуть предмет, вместо того, чтобы толкать его. Что значит, блядь, слышишь, не балуй. А что, обязательно, чтобы джойстик при этом вибрировал? Так она уже развернута. А, нет, не развернута, все правильно. Еще. Ой, блин. Только не надо крутить. Ца. Толкай, блин, ё-моё. Да, именно так. Только не надо... Отлично. Я вроде попадаю. Да, я попал. И что это? Цилиндр. Окей. Все понятно. Все понятно. Где дверь-то? Сейчас кто-то вылезет наверняка. Придется мне тратить патроны. Хотя я могу, конечно, этого и не делать. Я могу всех оббежать, теоретически. У меня же залечка есть. Что у меня там со средствами самообороны? Один электрошок остался или вообще ничего не осталось? Один электрошок у меня есть. Прекрасно. А для чего это все-таки? А? Ну, я реально был в полной уверенности, что туда можно шотган положить, и тогда что-то случится. Видимо, я ошибался. Ну ладно. Так, ну теперь, по крайней мере, более-менее понятно, что дальше делать. Вставить шафт в цилиндр и воткнуть это все взад. Ну, обратно, в смысле. Может быть, тогда и что-то с этими штуками можно будет сделать на стене. Ну, или по-любому что-то произойдет. Вопрос только что. Вопрос только что. Так, крутилку оставьте себе. Надеюсь, она мне больше точно уже не понадобится. Шафт отдайте. Это тоже здесь может полежать. Надеюсь, их можно комбинировать? Да, так точно. Цилиндр... Ну окей. Цилиндровый шафт. Прекрасно. Они даже не стали раздербанивать это все на два слова. Так, насколько я помню, мне сюда. Сюда. Интересно, а мы какими-то кружными путями вернемся как-то обратно в особняк или чё куда? Или чё почём? Так, там еще, в принципе, синяя трава осталась, которую можно было бы подобрать. Судя по тому, что она, ну... Ну да, вообще с учетом того, что пауки уже были, может быть, она уже и не пригодится, хер его знает. Да-да, иди нахер. А, ну мы, наверное, лист сейчас вызовем. Ну нажми. Да я понятия не имею, какую, давай третью. А, это пазл. Окей, давай вторую. Окей, давай четвертую. Окей, давай. Давай первую.
А, фак, я думал, я все угадал. Ну вот. Бля, да откуда я знаю, в каком порядке их там нажимать? 1, 2, 3, 4 банально? Давайте попробуем 1, 2, 3, 4. Что-то мне подсказывает, что это ничего не даст. Да. А, там что-то нарисовано на шахте, окей. А, как их... А их как-то можно скрутить? Можно. Так, где тут какая-нибудь цифра? А, ну 4, 2, 3, 1, я понял. Жаль, было бы забавно, если бы я угадал с первой попытки. Обидно, слушай, да? Да я уже понял, что 4, 2, 3, 1, ё-моё. 4, 2, 3, 1. Чего, блядь? Нахер иди. Что там, 4, 2... Блять, да не так. Ну, блин, меня бесит, что надо прощелкивать эти дурацкие надписи, блин. Иногда прощелкиваешь название кнопки. Ну, нажимание. Нажатие кнопки, блядь. Один раз можно достаточно нажать. 4, 2, 3, 1, да. Мы восстановили энергию к лифту, ну разумеется. Сейчас какая-то херня там будет сидеть в нем. Нет? Странно, но поскольку я не знаю, что будет дальше, сейчас я сбегаю, соберу всю траву синюю. А вы этого не увидите. Ха-ха-ха. Я, кстати, не вполне понимаю, почему они сделали так, что трава не собирается в кучу, а каждая отдельная трава занимает один слот. Зачем это сделано, понятия не имею. Поехали. Поехали кататься. Джилл! Барри? Барри! Слава яйцам, ты с безопасности. Да, и ты тоже, Джилл. Я слышал шум, который привел меня сюда. Не ожидал здесь увидеть все это вот. Есть идеи, что там внизу? Ну, один только способ узнать это. У нас есть. Подозревай, что внизу ад и Израиль. Определенно, да. А, это баба, Цели. Фу, блин. Пули непробиваемые. Что это было? Это может быть человек. Джилл. Нет, это не человек. Джилл, проверь. А чё я тут? Иди сам, блин. У нас было достаточно сюрпризов для одного дня. Я останусь здесь и... защищу лифт на случай, если что-то случится. Вообще-то я бы лучше бы сделал наоборот, так что пошел ты нахер. Дай мне патронов. Сука. У тебя такой большой пистолет, компенсируешь, наверное, недостаток размера в другом месте, скотина тупая. Итембокс определенно неспроста, блядь. Но у меня уже все, что нужно, мне есть. Я уже взял. Ну, может быть, еще гранаты. Давайте возьму еще гранаты кислотные. На всякий пожарный. Кислотные гранаты даешь. Окей. Все остальное мне не понадобится. Да и полезного у меня ни черта нет больше. Так, давай сразу на магнум переключимся. Че нам? Кабанам. Правильно? Может, стоило, конечно, сохраниться, ну ладно. Я именно поэтому. Да, здесь определенно больше ничего нет. Я именно поэтому взял с собой залечку. Ну, чтобы так совсем уж... совсем уж подготовиться. Это определенно баба пуленепробиваемая. Против которой, по идее, должны помочь... Фак. Гранаты. Кислотные, потому что именно против нее оставил Барри. Барри их. Блять.
Она где-то здесь, она сзади. Сейчас вот отсюда выйдет. А нет, не отсюда. Окей, тогда мы пойдем в другую сторону. А можно с ней вообще не воевать? А, фак. Вот здесь-то мне шотган бы и понадобился, я так понимаю. Трава. Ну давай, до свидания. Тут еще какая-то дверь, которая куда-то ведет. И куда она меня привела? Пока не знаю. Ящик, который можно двигать? На какой хер? Девайс, чтобы транспортировать материалы. Нет, давай не будем. Ну, я определенно могу двигать этот ящик. А зачем он мне нужен наверх? Или где там? Зачем бы я хотел его отправлять наверх? Понятия не имею, честно говоря. Ну, предположим. А я сам уехать на нем могу? Чё, блин? Тут где-то что-то есть, кстати, в этой комнате. Только что-то я не могу понять, где. А. А. О. У. Подожди с магнум раундами. Да подожди ты. Хотя они, наверное, тоже стакают. А, они стакают. Все нормально. Очень неплохо, очень неплохо. Магнум раунду это всегда полезно. Блять, 63 патрона только там. Еще пятнаха. 78 патронов для пистолета. Мать моя женщина, отец мой негритянский лидер. Какого хера? И все это бесполезно. Что характерно. Что делать с этой дверью? Как ее открыть-то? Тихо, тихо, тихо. Фак, 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 фак. Иди ты нахер, 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 нахер. Так, надо... Блять, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда, не туда. Туда, не туда, не туда, не туда, туда. Уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим. Ну, в общем, вы знаете. Я хочу взять шотган, блин. Я хочу проверить. Какого хера? Ну, сломанный, естественно. Берри! Берри! Сука, он определенно предатель. Ну вот. А я думал, что-то более полезное они сделают из этой сюжетной линии. Зашибись, теперь я с этой дурой там запер. Охереть теперь. А, тут есть какая-то лестница, кстати. А не спуститься ли нам по ней? Я про нее и забыл совсем, честно говоря. Сначала увидел, посмотрел. Ага. Окей, отходы. Это что такое? Не-не-не-не-не. Туда ящик нужно скинуть? То, что других применений я для него что-то как-то не вижу. А что мне это все даст? Что-то даст. Ну это пресс же.
Там внутри что-то будет лежать, какой-то девайс, который можно устанавливать на эти штуки как раз, чтобы открывать всякое. Компрессор мусора, окей. Ах, обидыщ. Но как? Ну как? Сломанный флеймфровер? Почему он сломанный-то? Чё за херня? What the fu-fu-fu? Мазл это... дуло, да? Я не помню. Или что? И к чему это все вообще? Спасибо, конечно, большое, но... чем это мне глобально помогает? Его надо повесить на эту херню, чтобы можно было пройти. А в чем связь-то? Где я, где логика? Я что-то ее не... Я что-то ее не вижу как-то между делом, так прям замечу. Я... Кто-нибудь видит логику в этом действии вообще? Получить сломанный неожиданный огнемет и повесить... Для того, чтобы повесить его туда и открыть дверь? What the fuck? Или как с ружьем будет? Где эта дура? По-моему, там. Слышь, гильчатая открыта. Блять, а где я? Какого хера я тут делаю? А, нет, вот она. Нахер иди. О, рычаг. Большое спасибо. И чё, блядь, мне это дает? Да кончите мне камеры крутить. Окей. Почему именно так-то? Да пошёл ты нахер, еб... Заходи туда. Почему именно этот сломанный огнемет туда надо было положить? Чем вас, шотган-то не устраивал, я не могу понять. Так, нужно еще запомнить, что там две травы. What the fuck тут вообще происходит? Стол завален старыми раз... короче, сломанными куклами и использованными свечами. Окей. What the fuck тут вообще происходит? Это то, где она... Бля. Это то, где она сидела? Окей. А где предметы, которые я прощелкал только что? А, вот. У меня столько патронов, что уж вас-то я точно перестреляю. Есть еще кто живой? Нету, ну так вам и надо.
Так, это мы уже видели. Прекрасный выбор. И что, этот... Что с тобой не так? А ничего, все нормально. Прекрасный выбор. Кольцо каменное. Фото семьи и записки. Что-то написано сзади. Ноябрь 10-е 67-го года. Изначальный вирус вколот. Ну, да, короче, применен. Джессика. Тип вкололи, короче, тип А. Что-то там, плазмификация какая-то тканей во время активации клеток. Короче, не зашло. Нахер ее. А, это первые три субъекта Российской Федерации, окей, Лиза. Тип Б вкололи. Окей, позитивный результат, но херовый. Модификация тела, короче, наблюдаем. Наблюдать дальше. Джордж. Уничтожен на ноябре 30-го. Кто-то оставил... Так, я чувствую себя... У меня кружится голова после укола, который они не сделали. А, это баба, это их дочка? Ядрить, колотить. Я не вижу маму. Куда они ее забрали? Она обещала, что мы убежим вместе. Она что, убежала одна и оставила меня здесь? Я нашла маму. Мы вместе ели. Я была счастлива. Но она была подделкой, не моя настоящая мама. Тоже лицо, но внутри все другое. Надо найти маму. Надо вернуть лицо маме. Я вернула мамино лицо. Никто не... Мама никому не будет принадлежать, кроме меня. Я присоединила ее лицо себе, и она не уйдет никогда. Потому что мама печальна, когда... Была печальна, когда я встретила ее без лица. Ядрить, какие вы... Блин, не позавидуешь, конечно. Изнутри ящика запах мамы. Может быть, настоящая мама там. Каменный ящик твердый. Болеть. Стальная веревка в пути, на пути. Не могу видеть мать, потому что 4 камня. Окей. Тевер. Здесь еще что-то есть. А что? Ладно, со змейками это мы... С змейками мы разобрались, поэтому пофиг, можно пошастать тут. Вообще, смотри, эта баба не такая уж и опасная. Я, похоже, на нее патроны вообще тратить не буду. У меня такое есть смутное подозрение. Поэтому я... Похоже, все, что здесь можно найти, лежит там, где-то наверху. Да. А может быть, это трава? Может быть, это все трава? Чудо-трава, которая меня никак не отпускает. Поэтому надо ее собрать. У меня место есть хоть сколько-нибудь? Тебя нету. Тихо. Без паники. Расслабься. Расслабься. Ну, чё на неё патроны тратить, правильно? Нахрена? Я лучше их на что-нибудь более полезное оставлю. Змеюк пострелять. Кстати, да, я так понимаю, что пистолет мне с таким количеством патронов поставился, потому что, исключительно потому что, чтобы змеюк пострелять. Так, ну ладно, раз уж мы здесь, мы, кстати, можем объединить вот эти штуки. Прекрасный выбор. И я так понимаю, я наконец-то смогу попасть в лабораторию. Похоже на то, по крайней мере.
Ну ладно. Заберем траву, ибо нефиг, это все-таки там цельная залечка стоит, в конце концов, в горшках. Начнем с этого. Куда я бегу, блин? Куда мне надо бежать? Ну, да, здесь же только одна дверь, о чем я вообще? Красная с зеленым как раз смешивается, получается годная трава, так что... Такое оставлять нельзя. Никогда не знаешь, когда тебе понадобится херва куча залечек. А, здорово. Нахер иди. Добрый вечер, пошел нафиг. Yes. Конечно, мы возьмем траву. И yes, ОБХС. Даже более того. Я сделаю вот так. Так. Смогу я тут проскочить? Похоже, что смогу. Супер. Ну не воевать же с ней в самом деле. Тем более она ни в чем не виновата. Просто какие-то мудаки из корпорации Зонтик делали какую-то хероту, блин. Интересно, а почему именно над ними? Опять вы? Вы что, каждый раз тут выскакиваете? Ну ладно. Здесь все еще что-то есть где-то. Ладно, надо подняться наверх, посмотреть. А вы выползти оттуда не можете? Спать. Вы мне действуете на нервы. И патронов у меня много. Поэтому... Ладно, давайте наверх сначала поднимемся, посмотрим. Может быть, там какое-то что-то лежит. Да, здесь трава. Еще трава. Всего лишь. У меня там должно быть два места, да? Прекрасный выбор. Да, я возьму ее. Я ее возьму полностью. И даже объединю, чтобы еще место освободить. Ибо whatever. Ну давай ты позеленеешь, ну слава тебе яйца, блин. А то этот пиксель-хантинг мне как-то... Не очень. А где я выберусь вообще? Где-нибудь в лесу? Это похоже на колодец очень сильно. Барри, сука, взял и смотался. Вот котина, блин, а. В доме, я так и думал. Прекрасно, здесь можно сохраниться. И потом он еще будет доказывать, что он не верблюд. Усиленно. Нам. Будет же, я уверен. Я уверен. Ну ладно, это хорошо. Теперь мы наконец-то попадем в лабораторию. И, скорее всего, игра через пару-тройку эпизодов закончится. Может быть, даже через один. Я не уверен, сколько там в лаборатории всего надо делать. Ну, через один вряд ли. Мне что-то больше кажется, что... Все-таки через два. Так. Так мне думается. Да. Соответственно, на сегодня все. Шарьте, лайкайте видео. Оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений. Она же секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.